Привет! С вами Бенди. Да, Бенди. Именно Бенди, не Филипп. И я хочу сказать, что наша сегодняшняя цель — найти печенье, которое вот в этом шкафу. Но есть один огромный минус. Это шкаф охраняет синий монстр, который сегодня нам помешает. А мы будем его, отвлекать. Будем думать, как. Первый вариант — вот эта коробка, которую не сделал Филипп. Попытаемся его туда запихнуть. Коробка на месте. Пора выдвигаться. Так. Тащим. Он ничего не понимает. Не понимает, надеюсь. Вроде получилось. И мы его прибили. Ай! А он сильный. Ты там живой? Кажется, нет. Хотя да. Он вылезает. Надо бежать. Короче, первая попытка, как вы поняли, неудачная. Ани, что ты делаешь? Зачем ты летаешь? Поздравляю, я в клетке. Но я оттолкну эту клетку и выберусь. Ай. Вроде лучше стало. Надо подумать, что же делать. О, а это идея. Приманка. Ням-ням-ням. Хотелось бы самому съесть. Но нет, придется использовать для приманки, чтобы этого синего монстра поймать. Думаю, клюнет. И он точно клюнет. А пока сюда. Ура! Наверное, ему больно. Это чтобы точно не выбрался. Лезем по канату. Лезем по канату. Да, ё-моё, посмотрите на это. Крошки. Вот это лежит, он все съел. Просто было очень вкусно. А сказать нельзя было? Ай. Пытался до сюда дойти, а ты все съел. Ладно, нам пора слезать. Только не это. Нам нужна помощь. Да, я тоже прыгну сейчас. Посадка была не мягкой, но пора прятаться! А если хотите продолжение, ставьте лайки. Он идет!